Росток. Число пострадавших, по последним данным, возросло до 7 человек. Прицельный обстрел именно густонаселенного района, то есть это район Крытого рынка в Донецке, там где в любое время суток, то есть много людей, даже ночью там много людей, потому что там есть сотрудники рынка, там есть оптовая торговля и прочее, ну а уж днем там действительно всегда большое скопление граждан, и вот целенаправленный обстрел противника, и опять попадания, опять жертвы. По последним данным Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, 6 погибших и 7 раненых на данный момент. Но эти данные еще могут, увы, дополняться, потому что задействовано было много медицинских учреждений, то есть информация, к сожалению, может быть неконечной. Это опять прямое соучастие западных стран, которые поставляют вооружение в адрес Украины, в тех военных преступлениях, которые совершает украинский режим. По предварительной информации были использованы противником снаряды 155-го калибра. Предположительно, это опять же самоходная гаубица французская «Цезарь». Место происшествия осмотрели сотрудники Следственного комитета России. Они изъяли осколки боеприпасов, которые будут направлены на экспертизу. Кроме того, проведен опрос свидетелей. До 30 украинских военнослужащих уничтожили.